В районе Театральной площади столкнулись «Лада» и «Хонда». От удара отечественная легковушка с шашками перевернулась. Пострадали водители и пассажир такси. Все произошло напротив здания судебных приставов. Они-то и прибежали первыми на помощь. Помогли пострадавшим выбраться наружу. В итоге обоих медики увезли в больницу. Позже выяснилось, что в такси находились отец и его маленький сын. Толпа собралась, ребенка вытаскивают, значит, из машины. Он плачет, а водитель там внизу, но он живой, ну, у него кровь, в общем, с руки шла. Ну, его хотели машину переворачивать, никак не осилили.